противовоспалительные и антиоксидантные свойства были приписаны составляющим Розмарину специнализ. Принимая во внимание воспалительную природу артрита и окислительный стресс, вызванный заболеванием, одно из исследований было направлено на выяснение, способен ли розмарин ослаблять окислительные и воспалительные повреждения, вызванные заболеванием. Использовали крыс с полным адъювантным артритом Фрейдена. Водный экстракт листьев розмарина вводили перорально. Параметры, связанные с окислительным стрессом, были измерены в печени, мозге и плазме. Введение экстракта розмарина крысам с артритом уменьшало окислительное повреждение. Были выявлены менее карбонилированные белки. Улучшало окислительное состояние. Были выявлены менее активные формы кислорода. А также увеличило антиоксидантную способность за счет повышения уровня глутатиона. А также соотношение глутатиона к окисленному глутатиону. И почти нормализует активность нескольких антиоксидантных ферментов. Лечение артрита у крыс экстрактом также уменьшало отек лап, уменьшало количество лейкоцитов, извлеченных из полости бедренного большеберцового сустава, и уменьшало вес воспалительных лимфатических узлов и задерживало появление вторичных поражений. Противовоспалительную и антиоксидантную активность водного экстракта можно объяснить, по крайней мере, частично содержанием в нем полифенолов с высокой вероятностью синергетических взаимодействий, а также метаболических активаций. Результаты подтверждают и усиливают общее представление о том, что водный экстракт розмарина обладает эффективными противовоспалительными агентами и позволяет предположить, что они способны ослабить окислительный стресс, свойственный артриту.